Приветствую всех на моем канале Татьяна Темис. С вами юридические новости. Криптоюрист. Вопрос. Стейблкоины нельзя назвать надежным способом хранения денег? Аналитики Банка международных расчетов по результатам очередного исследования сообщили, что стейблкоины слишком часто теряют привязку к фиатным валютам и не могут использоваться для сохранения богатства. В документе подчеркивается, что в период с января 2019 года по сентябрь 2023 года стейблкоины, обеспеченные фиатными валютами, сохраняли привязку к базовому активу лишь 94% времени. При этом в белых книгах основатель таких стейблкоинов зачастую обещает постоянную привязку к фиату. Лишь 7 обеспеченных фиатной валютой стейблкоинов смогли сохранить отклонение от привязки менее 1% на протяжении свыше 97% своего существования. Также в отчете подчеркивается, что некоторые эмитенты стейблкоинов не проводят публичный аудит резервов обеспечения. При этом даже те компании, которые проводят аудит, делают это без соответствия общему стандарту отчетности. Поэтому зачастую аналитики не могут сказать, действительно ли эмитент стабильной криптовалюты сможет выкупить свои токены, вернуть средства пользователей.